Здравствуйте. Полезная самоделка, которая помогает убрать ржавчину с кузова автомобиля и оцинковать его. Что нужно для ее изготовления? Батарейка, паяльная кислота, вата, изолента и отрезок провода с крокодилом. Батарейку нужно взять обязательно солевую, чтобы на ней было написано, что это солевая батарейка. Корпус у нее сделан из цинка. Вот здесь цинк практически 100% чистоты. Нужно убрать эту пленку с батарейки для начала. После того, как батарейка очищена от пленки, нужно намотать на нее провод. Наматывается с плюсовой стороны нужно, от плюсового контакта. Далее все это изолируется изолентой. Далее берем вату. И тоже торец закрываем ей. И обматываем изолентой. Вот что должно получиться. На другом конце должен быть закреплен крокодил. А длина провода должна быть такая, чтобы ее хватило от аккумулятора до того места, которое будет обрабатываться таким вот способом. То есть, где ржавчина будет. Далее подключаем крокодил, провод от которого идет к батарейке, на плюс аккумулятора. Сначала снимаем клейму с него положительную, потом подключаем. Но минус отключать не надо, он должен оставаться. Кузов автомобиля должен соединен с минусом аккумулятора, а плюс будет соединен с батарейкой. Вот это место буду обрабатывать. После того, как все сделано и крокодил подключен к положительной клейме аккумулятора, нужно как следует смочить вату батарейки кислотой. К сожалению, одной рукой, блин, неудобно, но вот так вот, чтобы она хорошо пропиталась. После этого берем батарейку и прислоняем к месту, к обрабатываемому. Вот. Там видно, как идет реакция. Подержать надо около 2 минут. Можно периодически смачивать вату кислотой. Чем дольше мы будем держать и больше будем делать цикл смачивания и прислонять ее, тем больше будет толщина цинка здесь. Ржавчину можно не удалять, она вот должна уйти сама, раствориться. Вот. Она уже, ржавчина, ушла, и видно, как поверхность кузова приобретает матовый оттенок. Это уже цинк начал переходить с корпуса батарейки на кузов. Хватает около 2 минут, чтобы поверхность оцинковалась. Ну вот она уже оцинковалась. После всего этого нужно нейтрализовать кислоту с помощью соды, растворенной в воде. Полить сюда этим раствором на нее. На этом все. Спасибо за